Друзья, всем привет! Сегодня в видео поговорим о майнинге 3.0. Я считаю, что уже пора перезапускать приложение VKCoin в какой-то форме, там, может, видоизмененный, там, с какими-то улучшениями. Но однозначно пора, потому что люди недовольны ботом-кликером, потому что вот это капча и так далее. Вот, значит, и тем более очень мало можно накликать, да, вот человек разместил скриншот, время у него 21:09, вот, значит, уже вечер, а вечером по нулям списывается весь баланс, ну, не баланс имеется в виду, баланс в приложении, в кликере, вот, то есть их нужно обязательно вывести вечером. И, соответственно, то есть давайте посчитаем, сколько, допустим, 2 миллиона сделать, чтобы ВК-коинов. Это нужно кликать 100 дней, да, вот так вот приблизительно. Я не знаю, конечно, как он кликал, там, постоянно, не постоянно, но вообще это высвечивается очень часто, приходится капчу вводить, она людей бесит. Вот, то есть майнинг очень сильно усложнился и стал геморный, вот из-за как раз капчи, да. То есть ускорителей нету, именно вот превратилось в такое тупое совсем кликание. Вот. Я не знаю, конечно, кто в этом так плотно участвует. Тут как можно 22 тысячи на экран нажать. Но мне кажется, ну, экран просто протрется от такого количества кликаний в одно место. Вот. Ну, не знаю. Потом будет видно. Просто интересно посмотреть экраны этих людей, которые вот долгое время кликают. Вот. Тем более еще альтернатива появилась. ВК-коину, это альткоин, который, в принципе, похоже по функционалу. Вот. Тоже там и топы, и сообщества, и ускорители. Вот. Ну, единственное, там некоторые отличия есть в части того, что там не сразу баланс начисляется, раз в минуту. Видимо, ребята сделали, чтобы снизить количество запросов к серверу. Вот, потому что прогнозируют, я думаю, высокую нагрузку. Сейчас там пока, вот я заходил, был онлайн 1000. Но я думаю, спустя время люди туда переметнутся и, ну, будут пользоваться альткоином. Поэтому придется расширяться, либо там увеличивать еще время. Это не знаю, просто, честно говоря, какая у них загрузка, но вообще коммерческие хостинги дают не такую уж большую нагрузку, то есть у меня были сайты, и там ну, много кто обращался, да, и там сильно возрастала нагрузка, и они писали письма, чтобы я снижал им, то есть я разные мероприятия проводил. Вот. Если свой, конечно, сервер мощный, то, в принципе, может потянуть, ну, приложения такие не особо ресурсоемкие, но все равно большое количество запросов тяжело выдерживать. Вот. И вообще вся эта эпопея с ВК-коином, да, с майнингом 2.0 напоминает просто плавную смерть, какие-то конвульсии. Вот. Сейчас разрабатываются приложения, которые там, ну, кое-как работают, больше похожи на такие студенческие разработки. Вот. Ну, он проводится, в принципе, там даже как хакатон писали. Вот. То есть они как бы такие, то есть сказать, приложение ради приложения, в общем. То есть люди просто пробуют свои силы. И не знаю, есть ли цель создать что-то такое действительно мощное, либо это просто проба пера. Вот. Потому что я сегодня какое-то приложение попробовал, у меня просто деньги списали. То есть, ну, хотя официально оно, конечно, еще не попало. То есть это можно на эту скидку сделать. Вот. Но все равно, то есть, если его запустили, надо, чтобы оно хотя бы основные функции, в принципе, это не сложное приложение, это, по сути, кто занимался программированием, они прекрасно понимают, что это, ну, элементарные вещи, вот, обработка запросов, данных каких-то и все. Вот, я сам писал бота, ну, здесь, конечно, чуть посложнее, но я не так уж много потратил на это времени. Вот. Так что да, пора перезапускать уже ВК-коин, майнинг 3.0, все дела. Иначе просто все это пойдет не туда. Ну, просто загнется.
интерес потеряется вот из-за кучи таких не очень, скажем так, приложений, вот, скучноватых, приносящих малый доход. Людям нравятся, конечно, большие, ну, цифры. Вот. Вы какой он это давал? Давал ощущение богатства, пускай виртуального, но богатства и надежды. Вот. Сейчас же откуда этой надежде взяться? Просто-напросто я пишу свой пример. Вот есть группа, ссылка будет в описании. Я там разрабатывал систему, которая позволяет... Человек заходит в группу, размещает в предложку пост. Вот, администратор проверяет. И после того, как пост публикуется на стене группы, разместившему этот пост начисляется там 100 или 150 коинов. Значит, ну, группа ВК-коину посвящена, то есть, соответственно, посты там тоже должны быть про ВК-коин, и там мемы или просто какие-то новости, там описание ботов тоже допустимы и так далее. Вот. Ну, размещается там на усмотрение модератора. Вот. То есть, как там, есть миллион вот, у администратора. Вот. И с его миллиона будут производиться эти отчисления. То есть это хватит на 6666 дней, ну, если по 150 коинов платить за пост. То есть, ну, в принципе, много. Но постов можно 50 в день. Вот можно посчитать, сколько дней протянет. Источников дохода ВК-коина уже нету. То есть, чтобы, допустим, эта система работала, их надо либо покупать, либо что-то делать. Уже вот так, я думаю, человек не будет сидеть кликать, чтобы заработать вот на эти посты, да. Вот. Еще непонятно, устроит ли такая сумма людей, чтобы они что-то писали, как бы, да, или рисовали хотя бы этот мемас какой-нибудь. То есть много вопросов с этим связано. И у других разработчиков то же самое. Ну, есть, конечно, какая-то заначка ВК-коинов, вот, но не особо они хотят ее тратить. Поэтому мы видим в основном приложения, которые, ну, с нулевым балансом начинают. То есть не дают даже попробовать, надо что-то начислять туда. Вот. Поэтому майнинг 3.0, наше все. Будем ждать. Все, всем пока.